Приглашаю. Для открытия предоставляется слово председателю имам Хатыбу местной религиозной организации мусульман города Пушкина и Пушкинского района Рамилю Хазрат Пастудинову. Будьте добры. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم عزيزين كردشترين محترم قناقلار من سيزن مسلمان شسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Шуше мечлес мугарек болсын, иншалла. Дорогие мои братья и сестры, дорогие друзья, гости сегодняшнего праздника, позвольте мне поприветствовать вас традиционным приветствием ислама. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух. Мира вам, милости Всевышнего Творца и Его благословения. И в самом начале своего вступительного слова я хотел бы передать вам слова приветствия и поздравления от духовного лидера мусульман России, от председателя Совета муфтиев России, от председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтия шейха Равиля Хазрата Гаймуддина. А также слова приветствия и поздравления от председателя Духовного управления мусульман Московской области муфтия Рушана Хазрата Аббасова. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух. Дорогие братья и сестры, альхамдулилля, хвала Всевышнему Творцу, мы вместе с вами собрались здесь сегодня в Доме культуры города Пушкина. И сегодняшняя дата, 15 декабря, как вы знаете, не случайно. В этот день родилась прекрасный человек, добрейшей души человек Хамдия Вахитовна Рамаева. Вы знаете о том, что в этом году, в октябре месяце, она перешла из жизни мирской, земной, жизнь вечная. Знаете о том, что Хамдия Вахитовна 20 лет возглавляла, была руководителем татарской национальной культурной автономии Зыфа, города Пушкина. Вы знаете о том, что Хамдия Вахитовна была основателем и руководителем Интернационального дома дружбы нашего города и района. Хамдия Вахитовна была прекрасным, добрейшей души человеком, которая сделала очень-очень много добра и пользы не только для своего татарского народа, но и для всех людей абсолютно, не разделяя их на нации и конфессии. И я, стоя на этой сцене, молитвенно обращаюсь ко Всевышнему Творцу, чтобы Он даровал нашей дорогой Хамдии Вахитовне райскую обитель. Аминь, я раббель алямин. И сегодня, отмечая 20-летие татарской национальной культурной автономии города Пушкина, я хочу поздравить вас всех с этим юбилеем и пожелать вам от всей души искренне крепкой веры в Бога, счастья, здоровья, успехов, благополучия, чтобы все ваши светлые, добрые мечты обязательно по воле Всевышнего Творца сбылись. Мира вам, милости Всевышнего Творца и Его благословения. И я объявляю наш сегодняшний праздник открытым. Спасибо.